Друзі, за останні 10 місяців в Україні народилося майже 397 тисяч малютків. Ну, а якщо зважати на те, що все нині здорожчало, то й пологи задоволення не з дешевих. Де в Україні народжують за $1000, а де цілковито і абсолютно безкоштовно? І куди йде так званий доброчинний внесок, який фіксують ось такі чеки? Дивімося. Первый вздох, первый звук, рождается новая жизнь. Это для вас, а для некоторых ваше таинство – банальный финансовый конвейер. Сколько стоит родиться на свет? 1000 гривень заплатить благодійний внесок. Куда на самом деле уходят денежки благотворителей? На этих чеках нет никаких данных о пациенте. Абзац провел рейд по украинским роддомам. Надюша родилась в прошлом году и обошлась родителям 8000 гривен. А вот Лизочка родилась в этом году, и родителям пришлось заплатить за роды 16000 гривен. Инфляция. Мирославчику 5 месяцев. Он маме Оле влетел в копеечку. Доплачивала в столице за донецкую прописку. Клянчить начали еще при постановке на учет. Первый взнос был 500 и второй 300, 800. Гривен? Гривен. В роддоме попросили еще 1200 благотворительного взноса или купить лекарств по списку. А когда Оля узнала, сколько стоит обратиться к конкретному врачу, получила стресс. Насколько я как бы узнавала, консультировалась, это от $1000. Судя по форумам мамочек, большинство врачей цены не поднимали. Как была 1000 условных единиц в прошлом году, так и осталось. Только это уже другая 1000. За объяснениями я обратилась в Минздрав. Те меня послали к местным властям. А КМДА отдуваться за всех заставила главврача второго столичного роддома. Того, что образцово-показательный. Передбачено кошторисом нам на поточный рік на одного пацієнта. Це є 5 гривень 53 копійки щоденно. Нам було надано 1 гривню 99 копійок за весь цей період. Тільки один шприц стоїть від 50 копійок до 2 гривень, а некоторі необхідні для младенців препарати – не одну сотню. Скільки обходиться нашому пологовому будинку звичайні фізіологічні пологи, тобто наші трати. Це в середньому 4-5 тисяч гривень. Без благотворительних взносів, говорить, роддом просто не виживе. Пацієнтка має зазвичай, ну, як заповнюється така заява, от такий формат заяви, вона записується власноручно, де вона чітко пише прописі, кошти, і пише, куди їх спрямувати, на що. За кожну копійку здесь обіцяють відчитатися даже спустя роки. Хвастаються передо мною новими операційними і свіжим ремонтом. Ну вот посмотрите, как было и как стало. Здесь девочки готовятся стать мамами. Ремонтик, огромные кровати, техника. Хорошо, прям как на курорте. Девчонки уверяют, за эти палаты ничего не платили. А вот Наташе за номер люкс пришлось раскошелиться. Около 4000, по-моему. За весь період перебування. Плюс це благотворительний взнос перед самими родами, оскільки хотіли іменно в этом роддомі, а прописаними совершенно в другому районі. 1000 гривень. Сума не фіксована, тобто ми можемо ввести ту суму, яку ми вважаємо нужною. Здесь понятно, а на что идут деньги этого столичного роддома. Только посмотрите на эти облупленные стены, пол и старую мебель. А цены, как я узнала, не ниже, чем в образцово-показательном. Приедете, вы гляжете, там 1000 гривень заплатить благодійний внесок. А что это за благотворительный взнос? Это такая фирма, фонд здачного. А на что идут эти деньги? Ну, это дадут же, ну что, шприцы, марля, варта, грибы, медикаменты. Там 1000 гривень из палаты, можно место не нашел. 200 гривен. Почти каждая дверь на магнитном ключе. Проникнуть в роддом постороннему практически нереально. Но мне удалось. Внутри оказался такой же совок, как и снаружи. Правда, везде чисто. В одной из таких палат встретила пару. Они хоть и местные, но платили. Знаешь, 2500. Я вообще заплатила, чтобы лекарства не покупать ничего. Я так понимаю, то, что необходимо для родов, да? Это неужели все именно это надо покупать? Да, концепция сегодня следующая. Либо пациентка оплачивает благотворительный фонд, и тогда ей даются лекарства и расходные материалы, перчатки, пеленки на роды. Либо она берет с собой
вот что-то по этому списку. Причем в последнее время очень четко начали проверять в нашем роддоме наличие всех составляющих данного списка. Если даже нету ампулы там какого-то препарата, то говорят, вам все равно надо оплачивать благотворительный фонд. Куда идут деньги? Всю правду мне решился рассказать Сергей, акушер-гинеколог этого роддома. Говорит, уже сил нет терпеть происки главврача Юрия Кувита. Он выдвигался осенью в парламент. В нашем роддоме в два раза выросли цены благотворительного взноса сразу же после возвращения нашего главного врача и не прохождения его Верховный Рад. Буквально на следующей же пятиминутке были озвучены новые цены. 2500 гривен за кесарево для жителей этого района, 3 для приезжих, 1,5 за приезд врача на роды. На подтверждение оплаты выдают вот такие билетики. На этих чеках нет никаких данных о пациенте, нет никаких данных о непосредственном фонде. Вот тот фонд, которым работает наш родильный дом, принадлежит одному из функционеров Министерства здравоохранения при прошлой власти. Поэтому огромное количество денег, какая-то большая часть, она все-таки уходит в карман. Эта цифра в углу заявления пациентки главврачу, номер оплаченной квитанции. Если его нет, говорят сами медики, помогать пациентке никто не будет. Иначе врача, который прошляпил неуплату, тут же вызывают на ковер. Есть определенный лимит. Этот лимит составляет как минимум 5-6 тысяч гривен, которые врач должен отдать. Эти палаты подмарафетили еще при старом главвраче 2 года назад. Не на камеру рассказывают медики. Тогда, мол, собирали с пациентов только по 200 гривен. Сейчас жалуются, ремонты делают либо в коммерческих выгодных отделениях, либо самый дешевый. А на бумаге пишут 6-значные цифры. Не хватает, мол, самого необходимого оборудования и медикаментов. Здравствуйте, Юрий. Главврачу о нашей экспедиции коридорами, конечно, донесли, но после переговоров согласился таки показать, на что идут деньги благотворителей. Плиточка новая, стены чистенькие, уже ровненькие, белые потолки, молдинг. Линолеум все тот же, новый, но скромный. Отделение, где выхаживают недоношенных, тоже недавно отремонтировали и сделали компрессорную. Фонд отчитался, потратил 223 тысячи гривен. Только вот на апгрейд жизненно важного оборудования для деток денег не хватило. В этих ящиках выхаживают малышей по 700 грамм. Как изгой работает, да, на старом, но оно работающее. Мы его можем поддерживать. Да. Один кювез на сегодняшний день, ну, я не знаю, без этого курса, но прошлый месяц, это прошлый месяц, по-моему, такой, как нужно было, до 500 000 гривен. Якщо є вимоги, не видають квитанцію якусь, ще щось, вимагають ще за щось і тому подібне, обов'язково. Не хочуть, не довіряють, що головний лікар, я вважаю, що повинно бути звернення куди, згідно чинного законодавства, куди? Правоохоронні органи. А почему тогда мне конкретную сумму озвучили? 1000 гривен доплатить благодійний внесок. Это объясняет директор фонда. Какие люди, за что, почему пол печати, нету подписи официально даже. Для нас, дирекция фонда вообще даже не фамилии никого нет. Для нас, для фонда, будь-яка людина може зробити як іменний внесок, так і анонімний внесок. Касовий апарат нельзя, запрещено законом ставить. Потому что в больнице запрещено законом продавать любую услугу. Вот такие законы. Я все равно не поняла, почему при одинаковых взносах такая большая разница в двух роддомах. Главврач, конечно, пообещал, что и его тоже будет приводиться в порядок. И сдирать поборы с пациентов не будет. Но вы же знаете, я вернусь, проверю. Это новая жизнь просто, вот хочется для них все самое лучшее, понимаете? А самые дешевые варианты я нашла в пригороде столицы. Маргаритка обошлась Валентине всего в коробочку конфет и букет цветов. Благодарность акушерке. Рожала по месту прописки. Одноместная палата за даром досталась. Но, вспомнив об этом комфорте, почему-то заплакала. Слезы на глазах я вижу. Оказывается, на всех рожениц приходится одна акушерка. Если маме нужно отойти, ребенка бросают одного. Не те, що тобі не хочуть допомогти, просто не вистачає кваліфікованих професіоналів. Серце розривається, як ти ж не знаєш, спить воно там чи не спить. Може, чим далі від столиці, тим дешевле?
Вот роддом, в котором я появился на свет около 30 лет назад. Тогда это было абсолютно бесплатно. Что изменилось за эти годы и вообще сколько стоят роды в нашем далеко не самом бедном регионе Украины? Я сегодня и проверю. Проведем эксперимент. Беру с собой девушку, мы представляемся парой, которая ждет ребенка через 7 месяцев. И с этой легендой идем в центральный роддом Днепропетровска. Интересно, что нам там предложат? Благотворительный взнос в бухгалтерию. Это все идет проплата через бухгалтерию. Там где-то порядка 170 гривен. Это нам слукавили, говорят бывалые роженицы. Около 2000. 2000 стоили роды? Да. Это официально? Да. Ну, это просто вы врачу платите? Да. Благодарность. Вообще, да, бесплатно, там вы как договоритесь. Ну, то есть договариваться надо. Где-то в районе 100 долларов. А еще в Днепропетровске стало модным проходить специальные курсы подготовки к родам. Они действуют, например, в этом перинатальном центре. Помимо ежемесячной оплаты за курсы, вы по их окончанию можете оплатить и роды. За 4000 гривен вам организуют просто all-inclusive. Хорошего специалиста, все медикаменты и шикарную палату. Ззовні ужгородський пологовий будинок виглядає непогано. Усередині теж нічого. Така собі доглянута совдепія. Вхід у відділення з палатами патрулює охоронець. Цікаво, і скільки таке задоволення коштує? Ну просто ж ти заказуєш початку 300 доларів. Ви казали, що з кесаревим дорожче. З кесаревим буде 600. 600 буде вдвічі дорожче. Є й дешевший спосіб – дочекатися пологів, викликати швидку і поїхати до чергового лікаря. Тоді вийде десь 3000 гривень. Наприклад, у будь-якому випадку доведеться заплатити за окрему палату, каже новоспечений татусь. Ну, якщо, от я, якщо двомісно, наприклад, якщо я хочу з дружиною бути, то скільки? Ну, приблизно, каже, 100 місяць. Ну, там буває, він по-різному до кожного каже. Так, на око определяє. І це найпростіший номер. Хочеш люксовий із побутовою технікою – плати по 130 гривень за добу. Тому нині популярний серед породіль варіант – пологи за кордоном, наприклад, в Угорщині. До найближчого великого міста Угорщини Нірідьгаза від Ужгорода всього 80 кілометрів. Коли почались перейми, чоловік відразу відвіз Оксану в угорську лікарню. І там вже вона народжувала. Кажуть, умови кращі, палати охайні і найприємніше – оплата лише офіційна. Хоча й ціни десь як в Ужгороді. Якщо в наш пологовий будинок потрібно брати півквартири, а туди нічого, тільки засоби гігієни і все. І нічим ти не піклуєшся, що тобі треба щось з собою взяти в будинок. Просто їдеш народжувати. В яких умовах народжують львів'янки і скільки це коштує? На розвідку йду в один з найпопулярніших пологових будинків міста. За рік тут з'являється на світ 5 тисяч немовлят. Вітаємо вас з лялечкою. А такі в нас гарні мамусі. Телевізор, чайник, холодильник, мікрохвильова, окремий санвузол і ніяких тобі сусідок по палаті. Тут пеленати, дитину доглядати, це матрас, який він підігрів дає, тут освітлення і підігрів. А це рахується як VIP-палата? Ну, це треба за неї якісь кошти внести? Щоб... Ну, ми просимо жінок, щоб ми могли це все утримувати, то ми просимо жінок по можливості переводити на рахунок установи. Але це не єдиний пологовий будинок у Львові. Керівництво ось цього медзакладу так і не викроїло на мене часу. І я здогадуюся, чому. Навіть дитя плаче, як чує розповідь мами про той пологовий. Обличчя не показуємо, не приведи Бог, доведеться ще раз там народжувати. Я в шоці з того, скільки Лілі довелось заплатити. Ну, для початку просили 300 умовних одиниць, а коли вже я народила, то сказали 500 умовних одиниць. І це тільки акушеру. Медсестри і санітари не відставали. Коли мене після родів вже перетягували з ліжка для породіль на каталку, за це буквально за перетягування треба було платити. Перетягування потрібно було платити 50 гривень, якщо не 60. Платила і за обробку швів, і за огляд, і за консультації. Звичайна палата із сусідами коштувала 250 гривень. Разом із акушером пологи потягли на 800 доларів. Таку ж суму заплатила Ліліна подруга, яка вже 5 років живе в Штатах. Двоє діток народжених вже в Америці. Угу. Але я чула, що ви чекаєте начебто третій. Так, так, так. Кого чекаєте? Ловчика. Та вже треті пологи тут будуть безкоштовні.
а умови просто королівські. Чекайте, є ресторан, є джакузі, ми точно говоримо. Це звичайно, ну, тобто це звичайний госпіталь. Звичайна палата, так. Є от таке, от, я не знаю, в практиці, щоб якась там санітарка підійшла, сказала, нам треба 50 доларів, щоб перевезти вас з палати в палату. Ні, там, то навіть, я навіть не знаю їхню реакцію, наприклад, це настільки несумісно, для них би це було як з другої планети. Подведу итоги. Где-то меньше дерут за договорные роды, где-то палаты дешевле или взнос ниже. Короче, просят везде, но все-таки можно родить и на шару. Почему у нас люди рожают платно? Потому что они хотят себя обезопасить. Но на самом деле они таким образом себя не обезопасят никак. То есть роды в 90% случаев не зависят от врача. Роды зависят от ребенка и от матери. Все. Но поторопитесь, Минздрав предупреждает, платить будут всем. Вы сегодня платите два раза. Один раз через налоги, второй раз вы или фонды, или кому-то в карман. А если и так легализовать то, что те врачи же и персонал получили деньги легально. Меньше, которые сейчас вы платите, ну легально хотят. Это нормальная ситуация. Если деньги будут идти не в карман врачей, а на ремонт палат и покупку оборудования, то да. Противно, когда такое таинство, как рождение нового человека, превращается в бизнес.